Так, привет. Здорово, Кана, привет. Сейчас буду ретопать чего чела. Перо. Мне что-то сломалось с планшетом и не работает. Дрова вакуумовские отвалились, походу. Небольшой malfunction. Наверное, надо перезапустить The Brush, когда такое происходит. А сейчас. Короче, перед тем, как отправить на ретопа модели с кучей объектов склеенных, есть два способа подготовить модель. Блин, это плохо, конечно, я сделал. Господи. Спросонья нифига не могу дуплить, что я делал тут. Короче, я ошибку сделал, я прорезал дыру с включенной перспективой, никогда так не делайте. Это то, что надо запомнить в первую очередь. А, еще раз смотрите, типа с включенной перспективой я вырезаю вроде как ровную дырку, которая должна быть ровной теоретически, но посмотрев на другую сторону, эта дыра, с другой стороны, больше, чем... Блин, нет, я не могу так работать. Короче, просто перспективу вырубаем и прорезаем. Самое надежное. Мне надо перезагрузиться. Сейчас покрашится еще, нет. Не может это дело закрыть. Ладно, короче, сохраню и перезапущу. Тут скорее не дрова вакуума отвалились, а что-то с забрашем. Иногда бывает, что он... его дрова отваливается и Windows перехватывает, короче. Обычно перезапуск помогает. Я не в отпуске, я перед работой. У меня работа в 10 утра, сейчас 8:20, то есть где-то полтора часика перед работой. Хотел сегодня в 6, на самом деле, естественно, что-то проснуться не мог, вообще капец. Тупил, пиздец. Хочу войти в привычку, типа вставать в 6, быстро завтракать и садиться работать. Где-то в районе 6:30 утра, чтобы до работы где-то часа 3 можно было продуктивно поработать. Свое чем поделать. Самое лучшее время просто... С утра самое продуктивное. Да, все нормально сейчас. Все, готовый шлем. Короче, перед тем, как закинуть, ему надо сделать ремеш by union, чтобы убрать все внутренние поверхности. То есть сейчас у нас, по сути, модель склеена в одну. Сейчас как бы это показать получше.
То есть вот границы объектов, по идее, они сейчас склеены, даже если я смог... А, нет. Сапун, чуваки, ничего не сработало. Еще раз. Ремеш by union. Вот, теперь склеилось. Короче, вот, я сейчас двигал объекты, и они двигались отдельно, не склеены. Сейчас, по сути, все, что внутри было удалено, и все модели склеены по границам своим. То есть это одна поверхность, внутри нее ничего лишнего не должно быть, по идее. Вот, в таком виде ее можно ретопить, но это тяжеловато, я ее задесимейчу чуть-чуть. Вставать 6, ложусь где-то в 9-10. Просто световой день здесь рано начинается, здесь в 5 светлеет, в 6 уже светло, и лучше рано вставать. У меня просто график работы довольно хороший, удобный под это. То есть я могу работать, заканчивать в 6 вечера, то есть начало в 10 утра, заканчивать в 6 вечера, но я могу теоретически начинать раньше и заканчивать раньше. Но так как время... Утреннее самое продуктивное у меня, я хочу это тратить на свои, короче, штуки. То есть утро и обеденный перерыв. Вечером надо отдыхать уже. Вечером мне сил не остается. Что-то вчера посидел, так грустно, капец. Вот 20% десимейта, с таким можно уже, в принципе, работать в майке. Сейчас задача быстро отретопать этот шлем. Но с этим проще будет, потому что он здесь частично симметричный и поверхности относительно ровные. А, кстати, а где у него глаза-то? Глаза еще хотел. А, наверное, простые сферы вставлю потом. Можно и сейчас это сделать. Кстати, кит. У меня были мысли на то, как лучше делать сферические объекты. Вот тут есть разные примитивы в майке. Вот этот мне больше нравится для шариков. Его легче помапить, короче, и он просто ровнее выглядит. Там нету сошедшихся в точку треугольников. Вот. Единственное, что сложно понять, где центр. Типа, когда у вас есть модель глаза, там обычно по окружности можно понять. Но такой шарик мне больше нравится, как, чисто как примитив. У него просто кривая лучше, ну, поверхность лучше описана. Ну, типа, вот, сравните с этим, да, типа, стандартный глаз, но вот этот вот момент типа, иногда напрягает. Ладно, я ради чистоты эксперимента не буду, короче, делать такой глаз. И, кстати, сферу... сейчас... Блять, history надо было включить. Короче, нету какого-то жесткого правила на количество фейсов на глазу. Надо уж смотреть потом, как у вас сеточка ложится. Сейчас попробуем показать. Хорошо, если модель глаза уже есть готовая. Просто вставлять ее из сцены в сцену. Я сейчас пытаюсь просто для себя понять, сколько здесь нужно плотность на модели глаза примерно. У меня есть рефы, такие неровные сферы из забраша, но мне не важно. В принципе, сейчас так подгоню на глаз. Вот очень примитивно пока, но этого хватит. Я думаю, не стоит здесь больше полигонов тратить на этот глаз. Покатит пока. Надо будет увеличить, короче. Типа здесь остается стек инициализации. Если мне не хватает сабдивижнов, я могу просто подвигать. А другой глаз, к сожалению, уже с коллапсом, но это не проблема. Я пока надо на этом могу рулить. Но
По чесноку, короче, я смотрю на плотность башки, и, типа, плотность глаза, это явно оверкил, можно поменьше ставить. Не знаю, там 12. Больше смысла нет. Так, ладно, давайте тогда отритопаю шлем по-быстрому. Начну без симметрии, просто половину выстрою, как получится, и потом флипну. Принцип тот же, я начинаю с лоурезной сетки, чтобы не тратить время, короче, максимально быстро описать поверхность и настроить эти жлупы. Провести, точнее, жлупы. Понять, что ли топать отдельно, а что вместе. У меня модель довольно простая, сейчас объясню. Надо было пройтись по этому моменту, короче. Каска, очевидно, должна быть цельным куском. Здесь нет смысла отделять рога, там. Все это самый простой объект здесь. Руки можно отделить, потому что существо, оно не будет без каски фигурировать нигде. То есть голова будет внутри шлема всегда. То есть шлем не будет отделяться. Поэтому у меня, в принципе, насрать, что у него там внутри. Это все неправильно, короче, вот то, что я тут замоделил, но этого никто не увидит. Для удобства я руки отделил просто. Упростить жизнь, короче, при анимации, при всем там. Если очень надо, я могу заретопать их вместе, склеить, но пока что я думаю, что это лучший выбор здесь. Я знаю, некоторые пуритане любят без шовный меш делать вообще просто. Ну вот, смотрите, я поднял, короче, здесь ничего не тянется. Могу выше поднять. Да, здесь какая-то дыра странная. Я потом, наверное, вовнутрь это втяну, но... Типа, похер. Если какой-то задротский проект, где сложность ключи, там будет каска отлетать, там все такое, тогда мы моделим тело целиком. Я бы еще на деле, если была такая задача, я бы отделил рога от каски, типа, чтобы рога были частью кричи, типа, это было бы интереснее, но это лишняя работа зачем? Он откуда читает сообщение? В смысле откуда? С чата вашего. Слышен твой голос из другого окна? Че? О, сорян. У меня это... Может быть, стрим мой открыт где-то. Сейчас, сек. Откуда мой голос слышен? Я убился. У меня вроде ничего не открыто. Короче, не отвлекайте меня, если что-то там вам показалось. Если точно звук, короче, кривой, то пишите, потому что я не хочу тратить время, типа, чинить его на ходу. Нормально все со звуком. Короче, все, блин, все нормально с ним было. Стрим второй у меня не был открыт, где бы мой второй голос был слышен. Я не знаю, что он на паузе стоял. Был на стриме, тихо, сейчас исчез. Ладно, я закрыл окно, наверное, оно играло. Короче, разобрались. В зал гоняешь еще? Да, гоняю. Не так много, как раньше, но продолжаю ходить. Вот, смотрите, я просто сейчас очень грубо создаю базовую арматуру, так сказать, сетку, короче, которую я потом просто побью на несколько. Один раз, наверное, проведу сабдив. Лишний, блядь, что ж такое? Начинается, короче, вот эта херня. Вот. Бомбовые усы, спасибо. К
Как давно изучаешь 3D, зарабатываешь 3D? Да, 3D я изучаю уже лет 25, зарабатываю тоже лет 20, наверное. Вот эту дырку надо будет потом нормально обмоделить, поэтому я не буду здесь, короче, вот смотрите, я сделал базовый джлуп, типа провел, допустим, сейчас надо подумать, как это склеить с рогом. Воткнуть сюда. Главное не перебрать на самом роге сабдивов, потому что я еще буду бить на два, короче, все это дело. То есть мне надо аккуратно сейчас это дело соединить со шлемом. И тогда я смогу пробить сабдивы. Думаю, нормально, да? Так. Вторую половинку потом флипну, короче, сделаю. Вот, теперь я пробиваю сабдивы, смотрите внимательно. Даже если где-то перерасход будет легкий, я не волнуюсь пока что. Мне надо просто ровно все симметрично насечь. Вот. Если где-то перерасход, я потом, короче, поколлапсю эти джлупы лишние. Но вот с этим уже удобнее работать, на самом деле. Запекаешь OpenGL и Direct. А там, в зависимости от где ты работаешь, в Unreal можно там поменять зеленый канал, короче, просто флипнуть и все. Это не так критично. Штука это можно поменять, короче, в любой момент. Может это создаст какие-то там артефакты на нормал мапе, но я не думаю, короче, это все очень минорные, короче, вещи, на которых я не стоит, ну, не стоит внимания заострять. И после того, как модель затекстурена, освещена, заанимирована, все эти, короче, задротские бевелы, все это становится нерелевантно уже, это никто не видит. Раньше как-то имело разницу, в чем вы запекали, там, в майке, в X-Normal, в блендере, там, неважно, короче, все это имело, выглядело по-разному просто. 25 лет назад блендер даже уже был, да, он был в очень примитивном состоянии в этот момент. Каких-нибудь знаменитых играх есть твои модели? Да, не знаю, там Heroes of the Storm, только не знаю, кто в него сейчас играет. Если хочешь посмотреть, у меня есть страничка на DeviantArt, можешь там позырить. На Арсейше нет ничего свежего. Там на станции кто-то сделал тебя в образе База Лайтера, я не видел. Кто сделал? Если ссылка не работает, можно просто имя в чат написать, я не знаю. YouTube не дает ссылки вставлять в чат. Здравствуйте, привет всем, кто зашел. Кстати, полукруглые всякие штуки описывать лучше вот такими полудугами, так сказать. То, что я здесь сделал, не очень хорошо. Можно назвать их арки, короче, но вот вокруг полукруглых всяких углов, изгибов, типа, я стараюсь сделать такие арочные полики, короче, и потом просто это соединяю с остальным. Лучше работает. Удобнее просто для всего.
Насколько критично иметь треугольник в топлоге, вообще не критично. Если ты ретопаешь для запекания и игрового формата, вообще похер. Типа, можешь хоть все в треугольниках сделать. Просто удобнее, когда у тебя квада, это для работы именно. Для движка насрать, но для работы ты себе просто жизнь упрощаешь, если у тебя топология аккуратная. Это просто везде нужно, в маппинге, в ригинге, везде. Типа, тебе просто спасибо скажут, если у тебя модель, короче, хорошо организована. Организация — это вот именно эджлупы. Это я называю организованная модель. Да, квада — это просто визуализация, так сказать. Потому что в движке все до треугольников деконструируется, как бы. А вот то, что вы видите сейчас, ну, я вот вижу перед глазами своими, это просто, сказать, для вашего и моего удобства. Вот я пока не обмоделиваю всякие вбитости, это в конце, короче, я делаю. Просто сейчас мне важно общую сетку набрать, и потом я уже пройдусь по мелочам, которые подчеркивают именно мелкие выбоинки всякие, вот это все дело. Очень неровный срез, но там, поскольку там плечо воткнуто, оно будет закрывать этот срез, так я не особо страдаю по поводу не очень чистой модельки здесь. Я хочу одну вещь заметить, что то, что я сейчас делаю, очень тороплюсь, типа, я обычно больше времени трачу на это, если я для себя работаю, там что-нибудь могу упороться в чистоту. Вот. Уж сам, каждый сам для себя решает, сколько времени готов потратить. Но если вы знаете, что вы лично будете работать с этой моделью потом, ригать, мапить, текстурить, то лучше постелить себе соломку заранее, как бы. Короче, не срать себе в тарелку заранее. Когда уже ей будет все эти дела делать? Никогда. Не надейся даже. Учи-то притупить руками. Можешь, конечно, сидеть ждать, пока там ей появится, но... Пока ты ждешь, там другие заретопят, заработают деньги за тебя. Иногда точки, которые квадроу не может вытащить на поверхность, просто переключаясь в режим вертексов обычных, типа выходите в режим квадро, и покуда привязка работает, эти точки можно вытащить на поверхность. Потому что квадро не сможет сам по себе. Я просто говорю это, некоторые страдают, там не могут, короче, ну вот. Поэтому я люблю в майке ретопить, потому что здесь у тебя два инструментария, по сути, доступны. Классический полигональный моделер и квадро.
У каждого есть свои плюсы и минусы. Но они вместе хорошо очень работают просто. Так, вот это я зря делаю сейчас, ну ладно. Потому что там с другой стороны несимметричный урок, короче. Ох. Так. Надо до заднюю часть добить. Вот это вот лишнее количество G здесь абсолютно, типа, сейчас сколлапсим все это. А быстрый способ есть это сделать? Сейчас. Угу. Я не хочу флипать объект пока, ну мир точнее, пока я не настрою вот эти вот джлупы, хардсерфейсные, ровно, более-менее ровно. И потом я флипну уже и закончу модель эту. Здесь просто много есть симметричных деталей, и я не хочу потом тратить время на чистку эту, без симметрии. Внутреннюю поверхность ретопить прям вручную не надо. Есть способ получше, я попозже чуть покажу. Сейчас вот толщину обмоделю. Я просто копирую лицевые фейсы, сдвигаю их вовнутрь и просто склеиваю два шела. Руками можно выкладывать, но это долго. Не люблю. Вот это очень парашное место, кривое. Ну ладно. В следующий раз, если что-то подобное будет делать, я покажу, как просто лоу-поли сделать из зелемеша, модельный зелемеш. Для этого надо чуть более чистую модельку сделать изначально. Но у меня есть планы, короче, показать этот workflow, когда я зелемешем, по сути, делаю 90% своей лоу-поли модели. Единственное, что она получается не самая оптимизированная, да, она где-то под PC спеки, короче, но такую модель оптимизировать очень легко потом, потому что она вся на квадах построена. То есть зеремешнутый с высоким поликаунтом лоу-поли модель, высоким относительно, и потом оптимайзнутая, это все равно быстрее, чем набранная с нуля модель. Так что думайте. Я покажу этот способ потом. Не на этой модели уже. Хотя надо было на этой. Но удобная. Тебе нравится процесс ретопа? Нет, поэтому я его всячески упрощаю для себя, стараюсь упростить. Это мудацкая работа, за которую я никому не советую делать, если вам только не платят за нее. На работе или на фрилансе, неважно.
Для себя лучше это не делать, типа, ну, время тратить просто. Есть масса способов получить результат финальный без вот этого вот задротства. Особенно если вы делаете что-то просто под рендер, да, там, типа, не... что не будет использоваться в игре, там, не знаю где, короче, просто для портфолио, короче, какая-нибудь моделька, типа, и народ начинает ретопить, там, зачем? Сделай одну работу просто, где ты покажешь, что умеешь ретопить, а остальное вообще не трать время на это, нахуй. Типа, зеремешером пользуйся. Если человек тратит на личный арт-пис, допустим, там, 10 часов, и еще 10 часов потом ретопит, чтобы потом сделать картинку, короче, статичную. Но это не очень хороший подход, по-моему. Если ты потом анимировать это будешь, движок вставлять, там, это все, это да-да, но, блин. На превью к видео уже готовый нулинг. Нет, он не готовый, он просто в забраше сделан. Он далеко еще не заготовлен. Это просто хайполи модель, которая просто крутиться может вокруг оси. Я хочу, чтобы он бегал, пердел. Усы как у Фландерса, мажуха. Просьба в чате, если вы мне вопрос задаете лично мне, лучше пишите мой никнейм, потому что я так быстрее буду реагировать. Ввиду особенностей этого стрима я не могу просто палить чат нон-стоп. На вопросы я скорее отвечу, если они ко мне лично адресованы. Просто никнейм мой дописывайте в начале сообщения. Что скажешь о карте креатор? Я не пробовал. Болванки брать откуда угодно берите, если вам помогает в работе. Вообще не вижу причин не делать этого. Если, особенно если ты с анатомией не ок. Бери, смотри, изучай. Лучше всего изучать анатомию по моделям профессиональным. Это я вам 100% просто гарантирую. Типа, можете книжками обложиться. Так, а что у меня тут? А. Но никто в книжках обычно не указывает нюансы трансфера анатомии в 3D, как это потом на восприятие влияет, там, какие углы камеры, все такое, короче. Лучше всего посмотреть модели, сделанные уже кем-то профессионально. Ну, из игр просто рипайте там каких-нибудь там файтингов или там геншина, не знаю, чего там любите. Я вообще в шоке, сколько людей, короче, ну, не то, что не знают, но или не хотят, короче, или думают, что это слишком сложно, там, модели из игры, короче, найти. С какой-нибудь японской или американской. Во-первых, они валяются в интернете в огромном количестве, уже скачаны. И рипнуты, вам не надо это делать, вам только просто скачать файл, короче, и модель уже есть. Наслаждайтесь, как бы, изучайте. Ну, и это снимает массу просто вопросов по тому, как делать модели. Там вы просто посмотрите один раз и увидите вообще все. Все эти годы, месяцы, человека часов. Хендпейнтом владею, да, владею. Отношусь к нему как... точнее, к хендпейнту, короче. У меня с ним отношения такие. Я считаю, что большинству людей это не дано. А тем, кому дано, они просто время тратят, короче, на это. Пустую. Я считаю, надо лепить и запекать, и дорисовывать. С нуля рисовать это такое, короче. Это очень классно, если у вас получается хорошо, но получается далеко-далеко не у всех. Это прям очень долго учиться этому, и я не против этого как искусства, типа отдельного вида, там стиля, все такое, но я против того, как к ним подходят в студиях больших. Просто сидят, заставляют тебя рисовать, там, тупо сидишь там, рисуешь, и потом тебя увольняют, потому что нехорошо рисуешь. Не дотягиваешь, потому что это очень-очень сложная дисциплина, ну рили. Там года уходят на это. То есть, помимо того, что модели, тебе еще рисовать надо уметь и цветотень понимать, вот это все, короче, без этого ты не сможешь рисовать ничего толком. Большинство людей не владеют этой инфой базовой, типа, как сказать, которая делает из них хороших художников, именно пейнтеров.
Вот. И для них есть масса костылей, типа вот как у меня, например, как я работаю. Я запекаю просто и стараюсь зафейкать хендпейнт в Substance там, с помощью фильтров. Вот я вот с этим чуваком попробую что-нибудь изобразить, если получится, в плане хендпейнта. Но у меня процесс сильно поменялся сейчас. Я просто запекаю лайтмап красивый прямо в мармосете и просто с ним уже работаю. Самый лучший, по-моему, способ что-то начать делать, это запечь лайтмап. Рисовать с нуля руками хендпейнт я, короче, бросил это долго. Сколько тебе лет, сколько персонажки? Мне 43, а персонажки я 25 лет, наверное. Ну, я не всегда вот это делал, конечно, что я сейчас показываю. Типа, там был какой-то процесс эволюции, типа я то да сё там учился. Журналы порисовал, обложки всякие, там 2D порисовал в свое время очень много. Вот ссылку на DeviantArt выше постил, может там посмотреть, что я делал. Там старые работы всякие. Если вам интересно посмотреть, конечно. Так, ну вроде норм выглядит. Я могу, наверное, мерлить его уже и финалить. Шов неровный, я его сейчас буду укреплять. Как это сделать? Суть, мне надо сейчас выделить просто центральный ряд Эджей и свести их вместе. Сейчас. Слишком сильно ушел от середины. Ведь неудобно теперь. Да, вроде нормально. Вот, напоминаю про хинт со сглаживанием. То есть я сгладил сейчас, чтобы посмотреть на предмет несшитых точек. Вот, вроде все сшито. Работает. Можешь продолжать. Какую-то часть работы можно проделать сейчас с включенной симметрией, но вот у меня уже не совпадает нихера. Бля. Я, короче, забыл про эту шляпу. У меня сбита симметрия. Ну ладно. Прикол в том, что у меня в ZBrush уже смещенная модель, я забыл про это, короче. Мне сейчас надо будет как-то это отмерить в мае. Сейчас. Не люблю работать с поломной симметрией, просто это адский триггерит меня, бля. Но я руками, короче, на глаз ее сейчас смачу. Что еще делать?
Я одно могу сказать, что вот эта досада сейчас с симметрией, типа, на нее можешь потратить время, эту проблему починить, избавиться от нее. Но, допустим, заказчик орет и хочет прям модель прям быстро. У вас нет на это времени. Вот, будем считать, что это вот такой сценарий сейчас. Просто быстро в панике доделаю, как могу, короче, мне надо модель сдавать. И да, там поломанная симметрия, но... Спасает то, что у нее изначально дизайн шлема, типа, несимметричный. Я, типа, могу это оправдать, так сказать. Не. Ты фидбэк по анатомии даешь? Стараюсь, нет, потому что Patreon или Boosty. Patreon был, я его закрыл, я потом верну. Короче, у меня сейчас нету времени возиться с ним. По анатомии фидбэк я стараюсь не давать, потому что есть люди, которые лучше меня там разбираются. Плюс есть еще Stable Diffusion, который можно использовать как инструктор по анатомии. Ну, в каких-то там определенных лимитах. Понятно, что он не точный, там, типа, когда касается именно точно мышцы, но вот по лицам, типа, и по пропорциям он, я думаю, вам даст хорошую, сказать... Короче, если у вас кривая картинка, вы знаете, что она кривая, типа, даст Stable Fusion, она его может, картинку может хорошо вылечить. И вам будет понятно, куда именно копать. Как минимум пробуйте это с лицами. Потому что многие лица пытаются делать красивые, типа, и не знают как, и обычно до хрена времени на это уходит. И вот Stable Diffusion хорошо натаскан на красивости. Да блин, камон. На идеальных женщин, там, лица и все такое, короче. И в этом плане можно смело доверять Stable Diffusion, пользоваться. Дизайнить лица, прически, там, вот это все. Блин, что-то какая-то беда тут. Жесть. Типа вместо того, чтобы просить какого-нибудь там художника, там непонятным скиллом сделать вам оверпейнт, и художник сам может накосячить, короче. Некоторые вещи реально просто вот SD или там Леонардо. Ну, короче, любой Stable Diffusion софт, он вам просто может быстро показать на ваши ошибки. Но не надо им пользоваться для замены, как, ну, он не заменит именно работу самому. Всегда пользоваться надо с оглядкой. Ну, короче, не отдавать слишком много креатива на откуп этим нейросеткам. Как бы наслаждаться своей работой все-таки надо. Так, с этой стороны надо еще подогнать. Вот эти сколы очень важны здесь. Надо просто обмоделить их. Они будут видны на шейдинге хорошо. И на силуэте тоже будут видны. Посоветую курс по персонажке стилизованной, если есть такие, конечно. Слушай, я кроме XYZ стиль ничего не знаю. Он для нубов полных, типа, очень хороший для вкатывания в стилизацию. А что-то более продвинутое, нет, я не помогу тебе тут ничем. Я сам не лезу активно в эти темы, короче. Я знаю, что кто-то там преподает, где-то там есть туториал, но я не ищу этого лично целенаправленно. Блин, очень хочется всю эту трещину обмоделить, но такое дело надо запекать. Вот этот вот скол здесь. Вот его надо обмоделить. Он довольно большой. Как зебри, когда скучишь доспехи, добиться ровных краев, грани по типу как пластина на пластине на наплечнике, ретопа в LP, изи модулер. Слушай, способов масса.
Тот, который ты сейчас назвал, да, один из, типа, я стараюсь сейчас сделать все забраши, не выходя из забраши, без ритопологии, просто путем ремеша, ножа и святого духа я могу сделать хорошего качества кроссфейс деталь, гладкую. Может, не очень оптимизированную, но хорошего качества. Ритопо, то, что я показываю этот метод на этом воркшопе, короче, это не самый лучший метод, просто я всем говорю сейчас, чтобы вы знали, типа, это гарантированный метод, он хорошо работает, предсказуемый, но по скорости он не самый оптимальный, потому что я сейчас много трачу на ритопологию, видите, да? Типа, ну, тут ничего не сделать, потому что это лоу-поли модель, типа, ну, если требования к полигонажу менее жесткие, можно обходиться с ремешем просто, ну, легко, я покажу про это будет видео отдельно. Стримы. Ну, в принципе, сейчас так всегда моделю, короче, я все, что буду моделить на лайв, и вы можете потом увидеть это вживую. Скорее, будут еще стримы, разумеется. Так. На Твиче и на Ютубе. На Твиче будет свободный формат, где я буду просто лепить, что попало из своих персональных проектов. На Ютубе в основном будет контент типа такого, где я сижу и... именно профильно объясняю то, что я делаю. Типа воркшопов, короче, таких. Нет, насчет пивотов и симметрии я уже не буду дергаться, потому что эта модель поломана в забраше. Там симметрия слетела, короче. Остается просто довести дело до конца, как бы запечь как есть. Как бы в конце роляет только один файл, то, что в мае, короче. Вот он здесь. То есть на нем будет текстура, на нем будет рик и все прочее. Так, что-то я затупил, надо уже закончить этот урок идиотский. Вот. На концах я не парюсь, я просто сколлапшиваюсь в одну точку, вот так вот обычно. Ох. Вот, кстати, не хватает аджлупов здесь. Раз, два. Этот удаляю. Все. Можно не курсы, а ментора взять. Да, меня спрашивают про менторство. Пока что я не планирую этим заниматься, но может в будущем. В плане именно групповых классов. То есть не с одним человеком менторить, уж это дорого будет. Я, в принципе, не отказываюсь, если у вас есть деньги, можете позволить себе частное обучение с ментором. Это, наверное, самая лучшая тема, но не все на это готовы, не все хорошо получается, и не все еще адекватную цену могут дать. Типа, я пока в это не лез углубленно, короче, я знаю, что люди зарабатывают этим, ну, вот, формат именно для меня пока не совсем понятен, короче. То есть я пробовал и так, и групповой, и индивидуально. Короче, я пока для себя не решил, как лучше. Кажется, что групповой формат лучше, но там есть нюансы именно что со сбором людей, что они все должны присутствовать там в одно время. Там. То есть это такое. Сильно зависит от количества участников, там их мотивации. Типа, с одним человеком всегда проще, конечно, работать, если он типа мотивирован. Так, мне тут кажется, слишком много... жлупов народилось. Не. Короче, пох. Вот, кстати, повторяю этот трик вчерашний. Вот я сделал, сколлапсил точку, чтобы не тратить долго время на копирование джлупов. Я просто одну точку сделал, вытащил наконец рога. И сейчас я с помощью... видите, да? С помощью инструмента Split Polygon или Cut Faces просто провожу джлупы, и они становятся куда мне надо. Теперь мне надо просто зарелаксить все это дело. Просто не тратьте время, короче, проводя вручную, выстраивая вот эти вот джлупы. Типа можно... тут схалявить, время сэкономить. Построить покуда-покуда, типа похоже, а потом просто на живую уже добавить, короче, сечение. Мне не нравится, что они все кверху сходятся, когда я релаксю.
Ну ладно, тут уже ничего не поделать. Ну, видали? Так. Вот. Вроде адекватно выглядит сейчас, по-моему, порелаксить надо с этой стороны. И теперь я, собственно, скопирую внешний shell. Блин, это не очень удобно. Рога не нужны изнутри, поэтому я их сейчас удаляю. Это внутренняя поверхность, если что, если кто не уследил. Оптимизацию можешь потом сделать, мне сейчас главное просто это дело закрыть. Сейчас дайте подумать. Тут еще один нюанс есть. Вот эту, по-моему, штуку надо стереть. Угу. Вот, теперь мне надо это дело пушнуть вовнутрь. То есть я примерно ее пуш с небольшим запасом, короче, то есть, чтобы она потом нормально ретопалась. Вот, теперь у меня есть две части шлема, внутренняя и внешняя, я надеюсь. Надеюсь, что, блядь, я, конечно, не скопировал ее. Я думал, я скопировал. Придется все назад откатить. Надеюсь, мне хватит. Он бы... Нет, не хватит. Бля. Я сейчас попробую поднять автосейв. Так, это явно не то. Бля. Что произошло, я сейчас объясню. Я просто в режиме Isolate. Я думал, что я скопировал объект, но я его не скопировал. Короче, обосрался. То есть я не заметил этого даже. Вот, и теперь на нем чего-то не хватает. Я не знаю, что я удалил. Ну, вроде не все удалил еще, да? Что-то осталось. Ладно, не фатально, короче, накладка. Вот моя внутрянка, вот внешняя часть. Я их сейчас склеиваю. И продолжаю просто финализацию уже. На самом деле это не так важно, потому что внутри ничего не видно, но я просто хочу сделать, показать, как сделать это. Допустим, вы делаете проб для игры, типа, где можно шлемы менять, там, и внутрянка шлема нужна, должна быть видна. Вот это тот кейс. Вот, теперь видно, у меня изнутри есть этот shell. Он очень аккуратный, кстати, сейчас я сделаю кое-что.
когда я делал пуш вовнутрь, я забыл про эту тему. Сейчас надо было соптимизить сеточку чуть-чуть. Вот что здесь случилось и как это исправить. Я без режима Live Service, у меня нету привязки сейчас, просто квадро включенный, я могу зарелаксить эту сетку. То есть там нет сейчас привязки к полигонам. Я делаю релакс. На самом деле проще это даже стереть все нахер. Вот так вот. Не надо было вообще включать эти полики. Лишний гемор сейчас я сделал. Удаление через Ctrl-Shift, если что. Удобная операция, типа квадро. Вот. И теперь мне по сути надо просто закрыть, короче, вот эти две части, внешнюю и верхнюю. Внутреннюю и внешнюю, точнее. Странно, что материалы не назначаются. Так. Кто смотрит и не понимает, что происходит, я хочу дисклеймер сделать, что у меня хоткей на... Сейчас... Все. Кошка пришла. Здрасте. Что будет мешать работать? Господи. Не знаю, чувак, проще или нет. Я, блин, кошка. Давай, короче, потом потусим. Не могу так работать. Не, я так всегда делаю вообще. Просто тут модель не очень аккуратная. На самом деле, это хороший способ. Я просто копирую внешние фейсы вовнутрь и потом добиваю все это дело, склеиваю. Допустим, у вас просто хай-поле изначально кривая была. Вот как у меня просто кусок говна, типа, не продуманный. Сколько косяков, плюс еще шлем несимметричный. Я сейчас какое-то время потрачу на выравнивание левой половинки. Потому что она погнутая. Я просто хочу успеть ее помапить и запечь даже до 10. Осталось 45 минут, но я думаю, успею. Текстуринг уже не успею, но это отдельная тема. Наверное, часа 2-3 на текстуринг сюда потратить можно. Пусть вас не смущает вот это вот говно тут. Красивая, потому что это, говорю, я повторяю, здесь закрыт руками будет, и я не особо парюсь. На главную поверхность шлема красивую, чистую сделать. Жак. Не, кошка маленькая довольно. Очень миниатюрно. У нас есть кот большой. Склеивание не так сложно, на самом деле, если вы примерно понимаете, где вы находитесь, короче, что с чем склеивается. Снаппинг работает почти идеально.
То есть привыкнуть к нему легко, он работает предсказуемо относительно. Единственная проблема, когда начинается там проваливание точек, но в целом я доволен работой этого инструмента. Вот, кстати, забыл про эту штуку. Вырезать надо было кусок. Кто смотрит, наверное, обратите внимание, что я переключаюсь постоянно между режимами квадро и обычного полигонального моделирования, потому что это вот то, что для меня лично майку выделяет для топологии, потому что я в любой момент я могу переключиться на полигональные тулзы и сделать какие-то операции, которые недоступны в том же топогане, например. Когда топоган как сам по себе, как инструмент для топологии намного более мощный, но вот такие вещи мелкие, короче, в мае быстрее делается. Пройти там, прорезать что-то где-то там по-быстрому. Внутрянку можно потом пооптимизить, посмотрим, сколько времени будет. Я хочу сейчас просто закрыть этот shell уже, типа, целиком закончить и глянуть на него. Что-то не то я сделал, сорян. Не так было. Да, конечно, симметрия было бы все процентов на 30 быстрее. Ну, учтем на будущее. Зачем ты все-таки оставляешь вертикальные ножи по центру этих зубьев? На силет практически не влияет, на поликаунт, да, да, беру потом. Чувак, я давно уже прошел через стадию, где я там на каждый полигон трясусь. Типа, что-то не нравится, ты можешь убрать это в любой момент, короче. Типа, мы же не делаем это раз и навсегда, как бы довольно гибкий, как сказать, материал. Типа, ну, много полигонов возьмешь, срежешь потом. Срезать полики проще, чем добавить их просто. Чёрт же, держи в уме это. Точнее, срезать так, чтобы у тебя не ломался шейдинг, короче. Проще, чем добавить полигон и еще и размапить их потом. И перезапечь. В общем, думай, что тебе выгоднее. По центру пускай будут, а что такого, тебе жалко, что красиво выглядит. Там есть кривизна небольшая на этой поверхности.
Я когда начинал эту модель, говорил, что у меня нет там четкого поликаунта, короче, под мобильные спеки, типа, я всегда стараюсь делать с запасом небольшим. Не с лютым там перерасходом по бюджетам, а вот именно с небольшим запасом для удобства работы. То есть у меня нет там идеи сделать там ногти на персонажа там за модель потратить на это полигоны. Нет, я трачу там, где это важно для меня лично, для удобства работы. Потому что я знаю, что полигонаж на финальный успех модели именно в качестве визуализации именно не так сильно влияет. То есть там тысячи больше, тысячи меньше, там ты даже разницу не видишь, когда модель будет затекстурена, заанимирована и все такое. Я бы лучше срезал не на персонажах, а на environment, короче. Вот. Вот эти чуваки постоянно воруют у тебя полигон, дроколы. Никому не интересно, сколько полигонов на скале, блин. Там никто не смотрит на скалу, вообще все смотрят на персонажа. На персонаже мало полигонов, потому что на скале было много полигонов. В Environment Artist скажет тебе, что ты говно, и Environment важнее, чем персонаж. Поэтому надо больше полигонов тратить на Environment. На что ты нажимаешь, чтобы склеить сквады? Склеить, в смысле склеить? Если ты имеешь в виду вопрос по квадро, все шорткаты вот здесь справа, внизу. Их не так много. Смотри. Они все делаются с комбинацией таба, контрола, шифта и кнопок мыши. Все. Это самый лучший инструментарий, который я вообще видел по типологии. В плане удобства. Если бы еще вот это вот не было темы, сейчас покажу. Вот. Вот это вот, типа рисование полигонами, это самое бесполезное говно, здесь его нельзя выкинуть из этой темы. Вот, да, цены бы не было, но... Короче, эти зубья передние, они самые задротские в плане типологии оказались. Прям много времени уходит на это. Все еще потому, что они не симметричные, ну ладно. Еще прям настоятельно рекомендую пользоваться изолейт селектами, чтобы на хатке их именно, чтобы вовремя прятать свою модель на экране, короче, изолировать и вот это вот делать быстро. Прям очень нехеровый такой буст к скорости. Если у вас нет хаткея на эту тему, типа обязательно сделать. То есть у меня хаткей на привязку к лайву, к солу, к режиму квадро. Короче, все это на хаткеях. Я не нажимаю вообще ничего на панелях интерфейс. Очень важный момент. Наверное, я уже почти закончил. Сейчас. Камон. Вот внутрянки я уже не парюсь, я просто леплю треугольники там, как попало.
Пофиг. Так, здесь надо пробить. Как отдыхаю, в игрухи играю какие-нибудь. У меня нету времени, блин, вообще что-то. Сейчас фриланс я взял, работаю еще, стримы провожу. Что-то... Я купил Jagged Alliance, даже не запустил его ни разу. Сейчас еще Remnant вышел. Remnant хотел поиграть, но говорят, он тормозит сильно, поэтому я не тороплюсь. Говорят, он без DLSS даже на картах 4 серии тормозит. Типа, ну, мне такое не очень интересно. Подожду, короче. Короче, надо отдыхать, да, но я что-то недостаточно отдыхаю. Но, отвечая на этот вопрос, я просто хожу пешком. Типа, просто иду на улицу, музыку слушать, ходить. Катаюсь на велике, хожу пешком, дышу воздухом, загораю. Блин, что-то мне так достало эта херня. Да, блин. Надо было просто наглухо забить этот шлем изнутри и не париться. Что-то так, такой оверхед сделал себе нехеровый. Еще в комнате жарко. Мне сейчас просто уже это физически тяжело продолжать. Сколько там, полчаса осталось. Ну ладно, я размапить, наверное, только успею сегодня не запечь. Осталось чуть-чуть совсем. Смотрите, я сейчас просто возьму и сделаю преступление. Все. Вот, дальше обычно, когда на играх я работаю, я, короче, внутреннюю часть безбожно начинаю коллапсить, оптимизить, пока там не останутся очень луст-треугольники. Но я не буду сейчас на это время тратить, это не так важно, честно говоря. Можно вообще внутрянку удалить потом все фейсы, короче, или сколлапсить там в одну точку, но это... В этом нет прям необходимости нынешней. Вся существо, оно будет меньше 10 тысяч поликов. А в идеале она должна быть 1005, наверное. Ну, по моим стандартам. А с лодами на детализацию, допустим, вы делаете игру какую-то, да ёб твою мать. Так. А, игра, где это существо, допустим, ну там вид сверху, там стратегия, да, то есть на него там 2000 можно легко потратить, и вот эту модель можно оптимизить до 2000. Она не проебется сильно. Красиво. Ладно, плохо, короче. Как есть. Велик средний, типа, и то хардтейл. Не хочу маунтинбайк. Маунтинбайк, если ездить там прям кататься со склонов, там спускаться, все такое, то... Я не занимаюсь экстремальным этим даунхиллом. Что-то как-то это... Стрёмно. При моей массе любое падение будет иметь катастрофические последствия, так скажем.
В принципе, могу упасть, сломать себе просто под весом тела, короче. Надо либо худеть, либо не заниматься такими вещами. Да, капец. Как бы быстрее все было с симметрией сделать, я просто уже ненавижу себя за то, что я поломал ее. Очень-очень парашно все закрываю сейчас по-быстрому. Чуть не то сделал. Что это? Что это за фигня тут? Какой-то херни. Да, этот шлем дольше потратил время, чем планировал. Сорян. Я что-то думал, что это будет самая легкая часть для ретопа здесь, но потому что я просрал симметрию, и в целом шлем довольно нетривиальной формы. Неаккуратный. Я сейчас трачу время на доводку, по сути. Должен закончиться уже. Думаю, все, короче, все части потратил, но... Точнее, обработал, но что-то еще остается. Конец. Ну, не могу выделить. Да. Не, я так не буду делать. Что-то как-то совсем погано. Сейчас. Очень
Сожалею, что вам приходится все это видеть. Все это безобразие. Изнанка моделей моих. То, что я обычно... Блять, нет, это не пиздец. Извиняюсь. Ай, уж башка не варит, очень жарко тут. Капец. Даже на чат уже не смотрю, у меня просто этот счетчик тикает, надо успеть сделать хоть что-то. Если что, продолжу в обед, то есть через 2 часа, если не помру там. Каждую операцию я теперь делаю на 2,5, потому что у меня симметрии нету, блядь. Просто жесть. Ну ладно, всем вам уроком будет у меня. Все, наверное, можно закрывать. Ох, короче. Очень плохо, но я это делал. Сейчас последний чек перед тем, как мапить. Я смотрю сейчас на предмет дырок. Вот я уже вижу здесь дырка какая-то. Расклеил. Все, вроде чистая сетка. Ой, бля, жарко. Восемь тысяч. Вот у меня есть кнопочка Breeze and Bridge. 20 минут, давайте я, наверное, успею замоделить. Размапить, точнее, за 20 минут. Короче, Bridge очень удобный, всем рекомендую. Работает без, почти без осечек. Так, это что-то не то. Короче, принцип работы в ризме очень простой. Во-первых, здесь можно очень легко изолировать объекты, включать симметрию. И процесс нарезки довольно брутально тупой, короче. То есть мы проводим EG, по которому мы хотим нарезать нашу модель. Допустим, да, в запястье, здесь. И саму кисть надо побить на 2 части, верхнюю и нижнюю. То есть я сейчас беру, выделяю EG, и с помощью кнопочки C, Cut, я делаю их оранжевыми. Это означает, что они порезаны на маппинге. Вот, когда у кого швы пробиты, вы можете выделять шеллы отдельно. То есть я выделю сейчас шелл. Вот, и все это в режиме симметрии, потому что две модели симметричны. Кнопочка U делает Unfold. Все, готово. Допустим, сделали эту часть, завершили, я просто кнопочкой H прячу с экрана, чтобы не мешало. Работаю с остальными частями. I isolate. А тут я просто сразу внутрянку все отделю. По периметру. Очень удобно здесь выделение J через Shift. То есть берем Shift, зажатым Shift'ом проводим просто по краю объекта, там где надо.
Это то, что делает, вот, собственно, я когда проводил все квады и все такое, вот это то, где это окупается. Если ваша модель хорошо задизайнена, именно в плане джлупа все такого, то это все будет очень быстро и безболезненно проходить. Дабл-клики там помогают сильно на этом всем. Как делать текстуру для лодов, если там сетка меняется так сильно? Текстуру не трогают. Лоды у тебя лодируются с сохранением UV-шек. Все. Если у тебя хорошо лоды сделаны, они не будут сильно ломать normal mapping, и ты не увидишь искажений особых. Для этого руками лоды делать, чтобы было прям все идеально, но я не фанат. Я считаю, это лишнее. Вот рога я тоже отделю сразу, потому что они смогут размапиться одним куском с головой. Я люблю закрывать дырки, потому что в каких-то случаях может быть, что у тебя тень, короче, не откастится или что-нибудь похожее, знаешь. Поэтому где можно закрыть, надо закрывать. Даже если это будет там треугольниками закрыто, короче, с коллапсинами, я предпочитаю закрывать. Типа лучше избежать этой потенциальной проблемы, потратив какое-то маленькое количество поликов, чем потом, короче, страдать. Если модель как-то неправильно освещаться будет. Так, ткнув на шелле каски, она выделяется целиком, значит, я где-то не дорезал, короче, дырку. Наверное, это взобрали здесь еще. То есть мне надо прорезать, короче, внутрянку, отделить от внешней стороны, типа везде, на всех, по всему периметру, на всех дырочках, короче, вот эти все. Блин, я обычно люблю больше тратить времени на маппинг. Но я просто показываю, как быстро это можно сделать в резаме сейчас. Вот это самая полезная часть этого воркшопа будет, по-моему. Вот, у меня выделена внутрянка. Вот, теперь ее можно отмапить отдельно от всего. Вот внутренняя поверхность шлема. Я сразу уношу ее в сторонку. Вот, сразу я могу сказать, что здесь не получится ее развернуть адекватно, потому что здесь очень большая толщина, короче. Имейте это в виду. Я сейчас нажму unfold, какие-то штуки начнут, короче, оверлапиться. Хотя резом умеет это избегать вроде. Давайте посмотрим. Короче, в принципе, можно это запечь. Не самая лучшая запечка получится, но я возьму, наверное, и сейчас дайте подумать. Где-то можно разрезать ее для удобства. Наверное, здесь. О, еще хуже стало. Что-то не то сделал. Давайте так. Про швы я особо не парюсь, сразу скажу. Что опять же, сейчас. Блин, как это срезать лучше? Угу. Не думаю, что это помогло, если честно. Короче, придется срезать тримы. Типа без них не... С ними, точнее, не размапится нормально. Что я вижу сейчас? Куча красных всяких мест. Это то, где текстура будет нехорошо пожата. То есть все это из-за того, что у нас вот... Так.
Вот она уже намного лучше мапец, видно, да? То есть мне сейчас надо все тримы, короче, отделить. То есть не тримы, а толщины. Блин, все-таки мышкой проще работать как-то в резуме, если честно. Любую херню можно развернуть в резуме, просто это уже от вас зависит, как чисто вы хотите работать. Потому что для меня вот это уже достаточно было бы, я бы смог нормально потекстурить, но это не очень хорошая практика. Я бы советовал пользоваться этим только для каких-то промежуточных, короче, рендеров там или что-то, что. Но для игры вы так не мапьте никогда. Будет херня. Найти баланс между искажениями и качеством. Искажения будут всегда, но бесконечное выдрачивание ювишек ради идеальных там ровных линий тоже, короче, лишено. Не лишено, в смысле, это зачастую это не самая продуктивная тема. Если что, я потом склею какие-то куски, если сочту нужным, это проще сделать, на самом деле, чем расшить. Вот. Пока я вот этим занят. Вот, короче, передняя часть шлема размаплена, ее расколбасило капец, конечно. Я сейчас склеить верхнюю часть с нижней, что будет. Еще эти надо убрать. Ну, вот это не то, что прям плохо, но оно мешает. Типа, я не знаю, что с этим сделать. Все равно его. Вот, для удобства можно сделать центральные швы вертикальными, короче. Дать им вертикальный констрейн. И просто оно будет чуть-чуть лучше анфолдиться. Бля. Так. Ля, страдаю. Нафига ты шлем по внутреннему краю обрезал? В смысле? Надо по обоим краям обрезать. Там нет фэншуя. Швы overrated, чувак. Мы не делаем пистолет с прямыми гранями здесь. Этого ничего не будет видно.
Там столько будет насрано сверху текстурами и прочим говном, что вот эти заморочки, они, ну, они полезны, конечно, там, типа, где обрезать, что там, фэншуй и все такое, но, говорю, это, из моей практики это все лишнее. Типа, много возни. А почему здесь выделяется? А, все правильно. А что такое? А, это здесь эта штука. Короче, все эти червячки, вот это все, это мелочь, которая пакуется в дырки просто потом. Я сейчас не трогаю. Я типа в самом конце, я, короче, их раскидываю в свободные места на текстуре. Пох, что они все кривые, короче, мне уже это не парит. По уму ты просто берешь их, выделяешь constraint. Сейчас. Эй. Пойти. И все эти штуки, они потом выпрямятся в прямые шеллы. Вот. На это надо просто время какое-то потратить. Я сейчас хочу вот последние части домапить. Этот чувак, к сожалению, не симметричный, но я думаю, его быстро можно раскромсать. Довольно простой. Симметрии нет, к сожалению. Вот, кстати, про эджлупы я когда говорил. Вот это оно. Дабл клик, короче, и готово. Жаль, ножки несимметричные. Было бы удобнее. Не идеально, но я бы лучше не сделал руками, если честно. Типа я на это потратил меньше минуты. Капец. Есть, да, улучшать как бы этот маппинг, но я говорю, типа, за то количество времени, которое на это потратил сейчас, это прям много. Так, здесь неправильно. Так. Все равно несимметрично, нет? Я что-то, по-моему, не могу разобраться. Стоп. С одной стороны, по-моему, больше. Ага.
Короче, вот наш чел. Весь размапленный. Относительно весь. Нет, не весь. Чё, рога остались? Блин, 3 минуты осталось. До конца. Такое ощущение, что у него разные сферы, короче, разные сечения. Блин, как так вышло? Ну ладно, пускай будет разные. Потом поправлю, короче, я хочу просто показать, как паковать и все, и можно идти. Короче, беру сначала самые большие шеллы, далее, в смысле, организую их вместе. Просто мелочь надо убрать. А под мелочью я имею в виду вот внутрянку шлема, там вот это все, короче, безобразие. То, что можно на маппинге очень сильно ужать и внести. Сейчас я просто все это... Это что такое? А, это внутренняя часть тоже. Вот, короче, всю внешнюю часть я снесу влево, а внутреннюю оставлю справа. Типа, для удобства. Даже вот все эти штуки, наверное. Да, я, короче, не буду их пока коллапсить по размеру. То есть я все вместе отмаплю. Кроме внутреннего шлема, наверное. Кнопкой пак. Просто он пакует и поворачивает куда надо. Короче, вот наша развертка, я думаю, норм. А вот эта внутренняя часть я ее сейчас возьму просто и засуну. Самый угол. Потому что на ней вообще нет каких-то деталей. Это может быть просто черный пиксель. Неважно. Главное, вот все большие части, вот они здесь. Они все одинакового масштаба по текселям. И, в принципе, это можно печь на 2К уже и текстурить. Единственное, что глаза надо отдельно сделать. Прям побольше. Ну, там геометрия херовая, я потом переделаю. Но вот это все. Сохранив файл в Reason, я через Bridge просто, смотрите, вот моя модель, и нажав импорт, она подгружается сюда уже помаплена. То есть вот наш чел помапленный, готовый для запекания. Запекание, наверное, либо обед, либо завтрак, короче, посмотрим, потому что там, в принципе, все уже просто будет отсюда. Сейчас сохранюсь. Все хайпольки буду брать отсюда. Я думаю, можно срезать за счет внутренних фейсов. Что-то еще есть. Не так много где срезать, на самом деле. Можно, короче, до 7, до 6 тысяч его, наверное, оптимизировать. А если прям встанет цель для лода игрового вот такого, короче, когда он на экране маленький, типа, бегает. Да, и его можно смело до 2000, короче, коллапснуть, и никто не увидит даже разницы. Вот все. Коллапсится очень просто, потому что такая модель оптимизится руками даже лучше, чем любым лот-генератором. Все. Вы можете еще, кто-то из вас возмутиться жеваной сеткой здесь, но... Говорю, для маленькой кричи, для размера на экране, которая не будет фигурировать большой, типа, это норм. Нормал мап и все здесь выправит. На крайняк можно будет запечь, типа, с харда-джами. Но я не люблю, потому что там будет легкий бевел на этих местах. Потом я люблю, чтобы бевел оставался. Но если кому-то калит, короче, шейдинг, можно делать так. Тоже быстро, по ювишкам. Для чего качество паковать, оставлять супер маленькие паддинги между частями? В смысле, для чего? Чтобы места больше хватило? Чтобы ты выжил больше красивости из своей текстуры? То есть, вот это не идеальный вариант. То есть, если мы хотим идеальный вариант, мы начнем с того, что на первых порах мы можем даже вот эти штуки сделать квадратными.
это типа, если у вас есть лишнее время на такие вещи. Вот, и таким макаром сделанные шеллы пакуются намного лучше. То есть даже вот эта тема. Я сделаю сейчас констрейны, короче, делаю. То есть, чтобы они были квадратными, там, где они могут быть квадратными. И такие штуки лучше упаковываются, меньше места остается между ними. Говорю, это типа так вообще не важно на этой модельке. Это и не даст тебе вообще ничего. Там выигрыш там 2%, 3% в Texture Density. Это типа. Если у вас какой-то фотореализм, где нельзя вообще, чтобы ничего тянулось, там, чтобы тексели одинаковые были, это важно, а для этого нет. Детальку детально по мае может быть только в будущем, я не знаю, если будут какие-то еще мини-воркшопы. Но там надо брать прям конкретно каждый кейс, рассматривать какой-то инструмент, потому что маю все объяснить там сложно. Там слишком много херни, которые надо прям объяснять дотошно, и люди просто... Людей это пугает иногда. Я уже пробовал много раз, это, короче, ты объясняешь, там объясняешь, а у человека просто вылетает все в другое ухо, типа, и забывает. Там слишком много инфы просто подается. Ладно, все, мне надо идти, короче, работа началась, всем пока. Для меня это просто переключить кнопку на свече, и я на рабочий комп. Сажусь.